Общественники предполагают, что резонансное заседание по делу одесского судьи Олега Глуханчука может не состояться. По их мнению, для судебной системы Украины станет прецедентом, если его признают виновным в пьяном вождении. Однако предполагают, что многим силам подобный исход невыгоден. Поэтому, если заседание все же сорвется, по словам активистов, они оставляют за собой право на протест. При этом информацию о том, в какой форме он будет выражен, пока не раскрывают. Я плачу налоги, тебе, тварь, получал зарплату. А ты получаешь зарплату, и меня постоянно с утра до вечера обманывают. Мы хотим, чтобы все зацікавлені особи в цій справі прийшли і підтримали суддю, який буде розглядати ці адмінматеріали. Розглядати буде суддя Дерус. Мова не йдеться про якийсь тиск на суддю. Навпаки, ми хочемо цього суддю підтримати, тому що ми знаємо, в якій складній ситуації він опинився. З одного боку, йому треба підтримати корпоративну суддівську солідарність. З іншого боку, йому треба дотримуватись закону. Активисты заявляют, что все доказательства свидетельствуют о вине судьи, в том числе и видеофиксация. В пользу того, что дело могут спустить на тормоза, по мнению общественников, говорит риторика пресс-службы Одесского админсуда. В ее заявлении указано, что судья якобы не сидел за рулем автомобиля, когда был нетрезв. Напомню, инцидент с участием Глуханчука произошел 11 февраля. Служитель Фемиды был в состоянии алкогольного опьянения за рулем иномарки, которая принадлежит члену исполкома Одесского горсовета Николаю Шурди. Глуханчук согласился пройти тест на содержание алкоголя только в медучреждении. Экспертиза подтвердила, что он употреблял спиртное.